Пепси кормит малышей. Сегодня 15-е. Ой, ой, ой. Не знаю, видно или нет, это через стекло. Песчанка выкармливает молочком мышат. Пятнадцатое у нас сегодня. Марта 2022 года. Вот так вот сосуд мышата. Ой. Хотела приоткрыть и заснять сверху. Сразу напугала ее зуйком. Так бликует стекло. Освещение маловато, хотела приблизить, но если я тут буду с подсветками, то я думаю, что все разбегутся. Не успею ничего показать. Семейные дела. Малышам 15 дней песчанку. Сосут молочко. Особо сильно пепсиха не прячет. Они находятся в аквариуме вот здесь. В углу. Крайний угол. Ой, как все повисли. Вот там домики у нас. Вот так папа ухаживает за своей женой. Мамой семейства. Чистит ей шубку.
Также он вылизывает маленьких деток, мышаток. Вот так. Сейчас мама убежит. Смотрите, что дети будут делать. Ай, какие хорошки. Какие вы хорошки. Оп-оп-оп. Видите, что делают? Трын-тын-тын-тын-тын. Разбежались. Кто куда? Уже глазки, что ли, открыли? Сейчас посмотрим. Поели. Ой, какие они тепленькие. Щелочки, глазки появляются. Так, это у меня очень-очень приближена была камера. Глазки, щелочки появляются. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Убегай. Убегай. Бегом. Все бегом, бегом, бегом. Все бегом, бегом, бегом. Такие все бегом-бегом, шустряки. А кто-то там спит сладенько. Один лентяйчик. Все бегом, один так. Мама их собирает всех, смешно так. Она их зубками берет и приносит обратно в гнездо. Они разбегаются, она их собирает. Так, еще принесла, да? Сейчас они всей семьей дружно их соберут опять в это же гнездо. А малыши опять все разбегаются. Один лентяй тут почесывает пузико задней ножкой. И бежать никуда не собирается. Малыши не остаются одни надолго, их постоянно обогревают родители. Чего разбудили, скажи? Так проснулся, говорит, куда все делись? Я один остался тут в гнезде. Все куда-то, говорит, уже разбежались. Ну, говорит, и я пойду тогда. Все, гнездо у нас пустое. В песочницу зашел, да. Освещения маловато. Вот так их в зубах носит. Туда теперь перекладывайся, в тот домик там. Они побег опять устраивают из того домика. И пустое гнездышко осталось. Из вазочки ему не выбраться. Я нашел их. И тут же был пойман и отнесен на место. Откуда он сейчас тут же сбежит? Угу. Вот так целыми днями родители их собирают. Такие у нас мышки-малышки. Кто-то пьет водичку, да. Кто-то разбегается. Насосавшись молочка. Если вам интересно наблюдать за жизнью наших песчанок, оставайтесь с нами, дорогие друзья.
До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!